Приветствую любителей мобильной фермы у себя на канале. И сегодня хочу вам предоставить обзор на карту Новобинске, она же Новая Бия. Данную карту мне предоставил к обзору Денис. Ссылочку в описании оставлю под видео. По всем вопросам по карте только под ссылку в описании. Ну и собственно давайте приступим к обзору. Так, сейчас я, ребят, нахожусь на базе. Данной карте, вот она находится в этом районе, это рядом столовая, сарай. Собственно, здесь мы можем заправить наши селки также удобрением, жидким удобрением и, соответственно, семенами. Так, давайте посмотрим на саму карту по культурам. Значки на культурах у нас обновленные, это у нас стандартные имеются культуры, также новые культуры, это так, посевная редька, морковь, лук, латук или латук, я не знаю произношение правильно, так что извините заранее. Капуста, красная капуста, проса, рожь, полба или полба, мак, хмель и табак. Давайте посмотрим на размеры полей и их самой формы. Так, поля в принципе не маленькие. Есть и маленькие, и большие, и средние, разных размеров поля. А поля сами формы разной, нет прямоугольных, так что придется самому без работника работать на данных полях. По точкам. Значит, у нас загон для свиней, деревенский элеватор, магнит, коровье пастбище, столовая, ток, столовая, сарай, элеватор, заправка, магазин и столовая. Ну, коровье пастбище, если не говорил, еще коровье пастбище у нас имеется. Так, по технике. Техника у нас, по-моему, не модовая, а стандартная, которая имеется в данной игре. Да, совершенно верно. Ну, в принципе, да, еще, кстати, ребят, по заправкам семян. У нас имеется, если я не ошибаюсь, еще раз повторю, если я не ошибаюсь, это находится в точке, где находится у нас ток. Там еще имеется у нас заправка семян, удобрений, жидких удобрений. Вот, собственно, вот база, да, запомнили, где точка, где я нахожусь сейчас на данный момент, и ток. То есть, по крайней мере, я вот нашел только две точки для заправки семян. В принципе, что еще могу сказать по данной карте? По данной карте могу сказать еще одно. В принципе, карта также подходит для отыгрываний РП. Вот, визуально я покажу данную карту, вы сами посмотрите и сами поймете, что в принципе для РП эта карта подойдет, потому что там есть дома с открытыми воротами, гаражами и всего остального. Также можете поиграть в РП. Ну, я в принципе с вами, ребят, прощаюсь. Давайте переходим к визуальному обзору данной карты. Ставим палец вверх, подписываемся на канал. Ну, я с вами прощаюсь. Пока-пока.